Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешивать. Сегодня у нас будет обзорчик на новый скин Афины. Ее нам добавили на рынок. Часть астрального облика Командир он называется. Сейчас посмотрим, что он дает и что изменилось у нас. Также у нас будет открытие кучи плюшек. Забрал базарщики. У нас добавили вот скины. 10 воодушевлений, 5 сетов, 5-го психощита, ребят, это просто жестко. Ну, паки, где крыло топовое, в общем, все по максимуму. Так, предел склада, сейчас мы его улучшим. По 400 уже в этот раз. Так, забрать, ну, поехали. Посмотрим изначально на скин, что он дает и как он будет выглядеть в бою. Так, давайте сейчас Афинку нашу поставим сюда. Вот такую вот Афину возьмем. Так. Облик. Обмен. Все, поменяли 50 осколков. Вот так вот она выглядит. Видно сразу, что добавляет здесь в особенностях. 400 атаки, 250 крита, это очень круто, крит удар, то есть шанс срабатывания будет намного выше, она реально дамагер, и для нее это очень полезно, конечно, единственной жизни не хватает, но я думаю, эту жизнь мы все-таки будем улучшать вот здесь, как видите, улучшение неплохое у нас идет, атаки и прочего, так, ну, смотрим, давайте ее вынесу. Вот сюда, как она выглядит. Ну, не знаю. Честно говоря, вот сейчас визуально мне прошлая наша Афина как-то больше нравилась. Тут она такой стиль, как у Гаргула в свое время поменяли анимацию. Ну, давайте посмотрим, как она сейчас будет выглядеть в действительности в бою. Вот она так вот включилась. Да, поменяли у нас. Ну, все, сразу об хранителя сдохла. Ну... Как-то так, блин, предыдущая Афина мне нравилась все-таки намного-намного больше. Но критует, как видите, нехило так. Сейчас я еще топор поставлю и сравним с предыдущей. А вы уже в комментах напишите, как вам. Я не знаю, какой варлок будет, думаю, варлок будет, скорее всего, завтра, либо на выходных. Но как по мне, такое себе... Улучшили, но красиво тоже, в принципе, эта анимашка смотрится. Смотрите, как она там дамажит. Критует жестко. Сейчас я и питомца еще поставлю. Так, ну вроде все, поехали. Сначала тестик в таком облике, потом еще старый облик посмотрим. Ну, как видите... С одной стороны прикольно, с другой стороны смотришь, ну, такое. Ничего особенного. Теперь смотрим наш старый облик и пойдем открывать плюшки. Использовать. Вот так вот у нас смотрелось. Ну, не знаю, для битвы замка, мне кажется, вот такой вот вариант вполне-вполне был неплохой. Так, ну... Вот видите, анимация совсем другая, но опять же, даже без этой анимации самого ее скилла, она, облик сам был намного приятнее, интересней. Возможно, из-за того, что мы привыкли к этому, но не знаю, в битву замка как бы вот такие были, какие-то сказочные герои вписываются, они непонятно что. Каждый раз что-то новое. Ну, как видите, дамажит она не слабо, не слабо. Крита вылазит. Единственное, конечно, она будет еще больше убиваться у вас, потому что даже при прокачке, сейчас при прокачке любого, там, не знаю, просвета всего, что хочешь на урон, если герой реально дамажит очень много, он потом сливается на любой отражалке. Так,
Вот так вот, вот такой вот облик. Не знаю, вы уже напишите в комменте, обязательно поставьте лайк за первые обзоры. Ну, не знаю, пусть пока будет такая вот, ну, честно говоря, меня это не особо впечатляет, эти облики новые. Бывают, конечно, прикольные, там, сделанные, но это просто, не знаю, как-то не вяжется оно сюда, я скажу так. Окей, поехали открывать наши плюшки, что там у нас есть. Может, там еще что-то обновили, не, пока, к сожалению, все, больше ничего у нас не обновили. Карты квестов, таланты, рулетка удачи. Давайте идем в рулетку удачи. Сейчас как крутанем. Так, что у нас, сколько? 38 попыток накопилось. Ну, давайте по 10. Коробочка. Ну, неплохо. Пятый сундучок. Ронин. Отлично. Поменяли немножко награды у нас. Количество. Куча карт. Нифига себе. Огонь просто. Только зачем мне они? Так. Седна. Ну, неплохо. Еще один варлок. Сегодня день варлока. Кучу варлоков продают на рынке. Так, ну давайте добьем уже до конца. Это еще будет завтра. До утра. Так, и все есть. Забираем плюшки отсюда. Тут камешки нам дают. Камней тоже уже немерено. Ну, у нас открылась новая судьба. Будем там прокачивать. Так. Все это мы забрали. Таланты выигрывают. Это мы будем бегать. Наборы, обновления. Забираем плюшки отсюда, идем открывать все дальше. Так, коробка. Еще толком не проснулся, решил позаписывать. Так, 545 карт смены, тоже их сегодня, думаю, потратим. Коробочки, все пойдет на трату. 15 уже воодушевление, ребят. Так. Так, 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 так. По этим я потом отдельно запишу вам видос, скажу, сколько чего я потратил. Сразу все откроем. Так, вот сундуки пошли наши. Давайте 10 таких откроем. Сетики. Два сета психи-щита, воодушевление, ремочка третья. Исцеление есть. Вроде как бы неплохо. Давайте этот. Бум, каменная кожа. В принципе, пусть будет. Так, дальше. Поехали, эти сундуки откроем. Рунные. Еще каменка. Ну, каменки у меня уже на аккаунте очень много. Так, ну тут у нас сундучки топовые. Сейчас мы оставим. 5 сетов 5-го психощита. Жесть, просто раньше он столько стоил, сейчас копейки. Так, окей. Это все третье. Так, давайте огнекрыло. 4 осколочка, а с этих 5... 120. Блин, читер я какой-то. Мне настолько везет на эти осколки, что у нас в итоге получилось по... 699, почти уже 700 осколков, 3,5 героя у нас уже есть. Так, отлично. Поехали дальше. Поехали, 10 штук. Мне отсюда надо кристаллы. Ну, всего лишь 150 дала. И воодушевление еще одну. О, есть еще 150, отлично.
Отличненько, можно будет нормально попрокачивать. Так, окей, забрали. Вроде как бы все такое пооткрывали. Ну, неплохо, неплохо, я считаю, сегодня нападало нам. Вы уже пишите в комментах, что кто выбил. Так, просвещения даже у нас появились на аккаунте. Отлично, сундуки у нас хватает. Еще прокачаем 1600. Говорю, 1600 силы всего. Ну, в принципе, ребят, все. Вот такой вот у нас был мини-обзорчик. Буду сейчас дальше пилить видосики. Думаю, может, сегодня уже будем выбивать нового героя. И опять его тестировать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайк, участвуйте в конкурсе на Некроса, ссылочка в описании. Всем пока.